Доброго дня, уважаемые слушатели школы всеценных грамоток и гости канала. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как развитие. Что это такое развитие? Очень много говорят, надо развиваться, развиваться. А что это такое? Вот мы посмотрим в корень, заглянем этого слова, да, попробуем познать, прикоснуться к его истинному смыслу. В этом нам поможет всеценная грамота. До этого посмотрим, а что же вот в современности, как мы понимаем, вот согласно определению, которое можно найти в современных словарях, что это процесс перехода. Переход, мы знаем, что пере – это зародование исходного, поэтому я скажу, процесс трансформации из одного состояния в другое, более совершенное. То есть здесь уже мы знаем, что у нас есть количество и качество. Видео, я думаю, что уже вышло. Поэтому можете посмотреть видео про количество и качество. То есть, когда качество накапливает определенное количество, идет восхождение, еще идет обретение нового качества. Поэтому вот этот процесс обретения нового качества есть развитие. То есть, человек нарабатывает это количество и обретает новое качество. Вот оно, развитие. Или еще степень умственной духовности, зрелости, просвещенности. То есть, это широта кругозора. То есть, это уже... Восхождение как идет? Вот у нас есть по ВКС. Вот, например, это наша текущая по ВКС. Мы с вами для того, чтобы ее осваивать, мы должны обладать вот таким качеством. Потом, обладая даром окрестного видения, мы можем приступить к освоению ступени от АС до УТ. Для того, чтобы нам в следующую ступень, да, взойти, чтобы к следующей ступени от АС до ОТ, то есть мы должны вот наработать вот это новое качество. Вот это А глубина, оно в корне отличается от этого А глубина. То есть это новое уже качество. То есть это уже более совершенное, более уточенный дар видения окрест. И здесь мы еще сколько с вами ступеней должны пройти. Вот мы А глубинное, дар высшей чувственности и ма должны проработать ее, и, да, соответственно, такое могучее трикрестие в биоэнергоострове человека. Вот она у нас глубинная, дар возможности, да, воспринимать высшие энергии, высшую информацию, взаимодействовать с божественными мирами, с божественными системами. Дар, вот это ма, крестовина, это возможность уже воспроизводить живые системы, это умение оперировать 10-тысячемерными объектами. Дальше вот это у нас глубостный крест. Это у нас уже, да, органы воспроизводства, возможность воспроизводиться, ухтеидация. И, соответственно, вот у нас лиление. То есть вот АИ у нас это отображение потворцового прилета ангела. Ма – Богородичность Руси, ОИ – это народ, и Лель – это вот у нас уже руки, которые лелеют, ну, соответственно, лелеют всю эту систему, да, не буду сложно здесь говорить. Поэтому вот какая-то могучая система, поэтому развитие, то есть это вот как раз наработка новых качеств. Это вот то, что даже мы рассмотрели согласно современному словарю. Мы посмотрим, вот у нас развитие, можно таким образом написать. И, как всегда, мы вначале смотрим с вами на слово. Что мы здесь видим интересно? Мы видим здесь, например, вид. Да, вид. То есть можно просто написать букву вид, вита, буква в полном прочтении. То есть это уже жизнь. Это концентрат мужского фактора. Вот он, это мужской фактор. Вот мы здесь видим эту букву. Вид, то есть концентрат, когда мужчина, вот он концентрирует все лучшее, да, в ды, для того, чтобы потом вот этим концентратом призвать женское жизненное начало, для того, чтобы образовать семью. И вот это уже будет актив. Вот это вот, вот красненьким. Вот это уже актив. И вот они встречаются, образуется вот как раз ухтеидация, сигмация. И вот образуется семья, первичная партийная ячейка. Вот это уже в центре, вот эта зона, это деть. Это вот лиление мужским фактором, женским фактором. Вот оно, объединение. Дальше потом возвышение
дитя, деть, уже рождаются люди. Вот таким образом. Поэтому вот эта буква вид, то есть жизненностью идти. Ид – это идти. Идти. Ну и, соответственно, вот это вот тье тоже мы часто встречаем. Здесь тоже мы восхождение ерь к ять видим. И, соответственно, действующая сила. У нас здесь является мозг головы и вегетативный мозг. И вот прежде чем мы с вами начнем уже рассматривать этимологию, здесь немножко рассказать немножко о вот этом подходе, о принципе, да, что высказывание есть. Достоевского, о Достоевском, да, что русский, да, это жизнеконцентрированное отображение всего наилучшего в развитии. То есть, еще раз, человек это концентратом является. Ну, концентрат должен быть в развитии. Та потенциалика, которая вложена в человека, если она не восходит, если она не применяется, да, то она начинает что? Плесневеть, разрушаться и прожираться. Да? Соответственно, это неграмотный подход. То есть, нужно в развитии. Поэтому, люди, будьте бдительны. Планета Земля. Терема-Ра – это имя нашей планеты. Кстати, про планету тоже можно посмотреть. Видео записано, поэтому, кому интересно, можно посмотреть. У Терема-Ра, у планеты Думра не может быть будущего без единяющей все и вся Святой Руси. А почему так? Да, сейчас поясним. То есть здесь очень важно для развития всей планеты именно Свято-Русь. То есть это единственный, да, это пока единственная опора на право землян иметь разум. То есть это вот единственная сейчас надежда, это Свято-Русь. Вот дети. Кто из воистину здравых людей не обрадуется, увидев вдруг настоящих, то есть детей с большой буквы? А почему так? Почему такая радость возникает, когда мы видим здравых детей? А потому что люди любят и лелеют красоту, здравие, солнечность. Вот у нас Ра, солнечность. Что такое красота и здравие? Тоже записано видео. Кому интересно, можно посмотреть. Потому что, да, здравые основывают здравое. А вот зератонизму требуется разрушенность, являющаяся окнами и дверьми для вползающих не на свой шесток. Вот. И, соответственно, чтобы люди не догадывались, вот, соответственно, белое называть черным, черно-белое, вот эти различные грызы делают для того, чтобы как бы зератон вполз. А что такое зератон? Это тот, кто не имеет вот этой божественной искры. Что божественная искра, точнее, ее имеют все живые объекты, но восходящие, этот принцип жизненности вложен. Но если какая-то живая система, она вползает не на свой шесток, да? То есть восходить, вот тоже эта заповедь есть. Пожалуйста, посмотрите. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Соответственно, это видео уже тоже есть. Поэтому кто-то не хочет, да, кто-то вот если в первый класс пришел, скажет, я не хочу столько классов, а я вот хочу сразу в институт пойти. И сразу раз там взятку дали, еще там что-то. Да, и какими-то хитростями, обманами вползли туда. А человек же там не может учиться, у него базы нет, он не знает, у него не знает. И что он тогда, как вот ему продержаться там в вузе, если у него там знания первого класса только. Если он только, дай бог, читать умеет. Ну, начинает изворачиваться, какие-то скандалы, интриги, шантажи, там, ну, вот всякая мерзость. Вот, вот этот принцип, и здесь же он есть. То есть человек не на своем шестке, или какая-то, когда система не на своем шестке, она не может там развиваться, она не может там восходить. Потому что реализовать потенциалику, вот эту искру, можно только на своем шестке. Если это растение, оно должно быть среди растений, среди травы и так далее. Там тоже свое восхождение. Одно дело это трава, да, другое дело это деревья. Все это растительный мир. Поэтому нельзя быть не на своем шестке. И вот это вот, вот это кто сплетни, склоки любит, это скорее люди не на своем шестке. То есть они не реализуют свою искру божественного огня. Просто им ее надо найти и ее стараться воплотить.
стараться ее реализовывать, тогда они могут обрести и счастье. Что такое счастье, соответственно, мы тоже рассматриваем. Вот, поэтому здравая хочет все знать, уметь, восходить должно, по заслугам, то есть без спекулятивности. И поэтому здравая почему ученичает? Так давайте же мы добавим здравие в жизнь Илона посредством почему? Да, вот вопросы кто задает, как детки. А почему это? Почему? А почему? А почему так? А почему так? Почему и как восходит жизненность? И вот здесь по поводу почему. Вот если вот вы там задаете кому-то вопрос, а почему так, а вот а почему это так? И в том числе и вот во всесветной грамоте. И вот здесь очень важно смотреть, как вам отвечают на это. Да, одно дело, когда первоклассник задает вопросы по поводу высшей школы, да, то есть и преподаватель или тот, у кого задает вопрос, ну, явно, что человек, ну, не способен воспринять, тогда, соответственно, он так и говорит. Вот, то есть нужно определенную, соответственно, базу нарабатывать. Но очень важно ставить эти вопросы почему и стараться самостоятельно ответить. Не обязательно ходите кому-то что-то спрашивать. Если у вас этот возникает вопрос, значит, старайтесь сами на него находить ответы. То есть изучать определенную литературу, готовиться, читать и так далее. Кстати говоря, про вопрос и ответ тоже есть видео. Поэтому здесь, чтобы получить ответ, нужно уметь задавать вопросы. Итак, а почему и как восходит жизненность? И вот чтобы осуществить посев, да, вот посев, нужно быть мозгом головы, вегетации. Вот у нас здесь мозг головы, вегетативный мозг. То есть мы говорим пока о рекучести, пока еще не взошедший кра. Вот у нас рекучесть, мозг головы, вегетативный мозг. Да, чтобы осуществить посев, нужно быть мозгом головы и вегетации. А вот у нас здесь посев мы видим. Для того, чтобы нам вот обобщить все лучше, сделать посев, нужно быть мозгом головы и вегетацией. Да, нужно быть средоточием лучшего в прорастающем семени. Вот семечку посеяли, вот это концентратик всего лучшего. Вот здесь это искра божественного огня, искра огонь, пламень тоже есть, видите? И он прорастает. А прорастает как посевом всего лучшего. То есть наработка этих качеств. Еще раз, нужно работать, нужно учиться. Вот, поэтому чтобы осуществить посев, нужно быть мозгом головы и вегетации. Нужно быть средоточием лучшего в прорастающем семени. Как это отобразить? Это рекуче. Но для этого ведь нужно обладать плюс и концентратом мужественности. Про мужество тоже есть видео. Ну, здесь я уже столько не могу подсказок разместить, поэтому уже сами сможете найти. Да, это мужество. Это у нас, соответственно, вот если мы пишем, да, это у нас уже знание мужества. Вот, это лук. Да, отличительная черта мужской хромосомы. А из космоса, если с неба мы прочитаем, это космолюди, небесные люди. И вот таким образом через ру обоснована творцовость. Рекущим же мужеством космочеловечности для чего? Да, для слова, для того, чтобы с людьми дар окрест. И вот здесь обратите внимание, мы вот эту строим спираль, вот оно у нас слово. И здесь оно, вот посмотрите, сколько его здесь, да, вот мы его здесь тоже видим. Слово. И для чего? Для того, чтобы, вот, для того, чтобы зайти семенем древа мысленно. Окрестность нежностью согрев. Поэтому Русь – это могучее имя, статканиево восхождение жизни. Вот этот принцип восхождения, принцип развития, может быть, грамотнее говорить, не развитие, а восхождение. Вот, и поэтому ранее великой честью считалось даже лишь побывать на Руси. И побывавшим, как звание, давали даже фамилии нарусов, нарусян. Вот, и, соответственно, мы должны помнить, что ранее вся планета называлась Киевская Русь, а имя нашей Вселенной – Всеосветная Русь. И вот теперь развитие, да, то есть мы уже своим
мозгом головы, вегетативным мозгом. Здесь уже задействован крестец, но мы можем и без написать. И вот таким образом тоже. Так получается развитие. А так вот можно мозгом и вегетативным мозгом мы изучаем азы. То есть вот, обратите внимание сейчас вот здесь. Я жму тут написать. Вот с этой стороны вот так. Вот у нас наши ступенечки. Вот наша текущая ступень. И мы, соответственно, своим вот мозгом головы, вегетативным мозгом, мы изучаем азы. То есть мы нарабатываем ту потенциалику, с которой мы пришли на ступень. Да, вот образуется первая мера, вот освоение ступени. У нас глубость. Потом вот эти точечки, это пииты. Да, вот они образуют вторую меру, ширость. Уже начинает, да, вот искривление, это прямая. Потом искривляться, и дальше уже вторая мера идет. Ой, извините, третья мера. Фактор первого порядка – это долгость. Вот. То есть мы уже вот своим, прорастая, да, уже нарабатывая, уже осваивая пространство, да, вот изучаем азы. Вот. Понимаете? И вот это наша искра. Вот, да, это дар вот окрестного видения, наше качество, да, то, с чем мы сюда пришли, наша потенциалика начинает вот развиваться, да, она начинает действовать, прорастает семя древа мысленно, да, вот изучение мазы. Для чего? Для того, чтобы вот строить жизнь, витие, витый идти. А что здесь у нас происходит? Здесь вот авелевское начало, мужское начало, обобщает все лучшее женского жизни начала и вписывает вот антиэнтропику, да, вот антиэнтропику. И тем самым он создает дитя, вот это вот дитя, вот концентрат. То есть что это такое вита? Да, то есть обобщение мужским жизненачалом, обобщение всего лучшего женского жизненачала, да, и вписывание сюда, в это, вот в это обобщение, сюда антиэнтропики, да, и таким самым создание дети. То есть дети – это концентрат всего лучшего. Да, чтобы идти, и вот этим идет путь, да, идет построение этой спирали на тверди. Вот он идет таким образом. Да? То есть развитие – это когда вот построение средоточием всего лучшего от мужского и женского жизненачала, активным мужским жизненачалом, да, вот актив, да, активное мужское, активное витое, да, то есть взаимодействие мужского и женского, но с наработкой антиэнтропики, потому что мужчины, они торят, они вот, ну, торят, да, задействуя женское жизненачало, да, но они являются наработчиками антиэнтропики. Женщины, они множат то, что наработали мужчины, да, они это лелеют, холят, защищают, но нарабатывают антиэнтропику, что-то новое, да, они вот упорядочивают пространство незнакомое. Да, то есть таким подходом, витой, строим вот эту вот спираль жизни восхождения на тверди, то есть мы это реализуем на тверди. Кстати, твердь – это уже такое потолстинное восхождение. Вот. И для чего? Да? Для того, чтобы обобщив все вот лучшее, вот оно, это обобщение всего, вот все, чтобы здесь вот обобщили, посеять это. Сколько раз, да, уже говорю, осуществить посев, да, в новосотворяемый космос. То есть вот на этой новой территории, которая освоение идет, жизнестроительство. Да, осуществляется посев всего лучшего. То есть это же множение всего лучшего. И тем самым осуществляется восхождение коллективного духа разума. Вот у нас здесь коллективный дух разум. Да, это вот то, что уже наработано человечеством. А вот это процесс этого создания. Ять. Я теяние. То есть обратите внимание, мы здесь видим те, а здесь уже ять. Да, вот такая буква. Ять. То есть мы уже из этого состояния, из тени, из создания
из формирования, да, мы уже идем к формированию коллективного духа разума, то есть уже с даром окрестного видения. Вот мы еще раз этот дар окрестного видения мы нарабатываем для того, чтобы обрести вот это новое качество и взойти на следующую ступень. И вот каждый из нас, каждая единичка, которая формирует вот этот коллективный дух разума, она обретает вот эти качества коллективного духа разума. Поэтому вот что такое развитие. И здесь, конечно, это очень такое могучее состояние развития, то есть это освоение по ВКС для того, чтобы обрести новое качество. То есть развитие — это всегда наработка нового качества. ВТМ, да, начиная с азов, вот мы с азов идем, да, то есть задействуя свою мозговитость, может быть, крестец, у всех по-разному, да, если уже наработано. Если мы говорим о начале, то прорастание семени древа мысленно, вот этой точки прорастания, да, начинается с изучения азов. И дальше, вот изучая азы, уже здесь на тверди, концентрируя это все лучшее, да, и вот концентрируясь, лучше осуществляется вот это идти, да, то есть вот, вот это вот на витие этой спирали, да, и уже на тверди вот это все лучше оно реализуется, и потом уже вот этот весь опыт, который наработан, он обобщается и осуществляются посевы. Ведь посевы мы в рамках этой спирали, мы же их делаем, навивая спираль, мы делаем эти посевы. И потом уже, да, тем самым мы осуществляем и наработку не просто строительства спирали, но еще и наработку вот этой божественной системы. То есть занимаемся словостроительством. То есть мы нарабатываем свой дар окрестного видения. Вот для того, чтобы потом зайти, обрести новое качество и взойти на следующую ступень. Вот что такое развитие. Это очень активный процесс восхождения. Иногда бывает рутинную работу человек делает, но он тем самым нарабатывает мастерство, нарабатывает опыт. Потому что количество, да, чтобы обрести новое качество, нужно вот этого качества наработать количество. Поэтому его нужно здесь воплотить, его нужно здесь реализовать полностью потенциалику, которая реализована в этой точечке, ее нужно в полной мере реализовать. Вот и развитие нам показывает, как это делать, начиная от азов. Нельзя сразу, минуя первый, второй, третий класс, попасть в десятый, да, минуя эти ступени. То есть нужно осваивать все на своем шестке. Это очень важно. Я думаю, что на сегодня мы, думаю, достаточно. Мы рассмотрели, что такое развитие. На самом деле можно разными корневыми основами писать. Вот, поэтому спасибо за ваше внимание, за вашу поддержку, за ваши отклики, тоже очень приятно. Вот, и впереди, я думаю, что еще много интересных тем, вот у меня задумки есть, там уж как получится их реализовать. Вот, спасибо вам еще раз, всего доброго и до новых встреч. Пока-пока!